Именно Краснодарский край 7 лет тому назад провел в Анапе впервые соревнования с преодолением препятствий и стрельбой. Таким образом стал родоначальником этого вида многоборья, который был включен во Всероссийскую спартакиаду МВД как вид спорта, необходимый при подготовке личного состава. На сегодняшний день мы провели уже зональные соревнования во всем Краснодарском крае. И сюда приехали финалисты, то бишь лучшие со всех субъектов нашего Краснодарского края. Это 90 участников, 28 команд. Также мы пригласили к нам представителей Волгоградской области, Воронежской, Владимирской. Они перед чемпионатом МВД России, который пройдет во Владимире через месяц, заявили желание тоже поучаствовать в наших соревнованиях. И вот сегодня будет захватывающая и принципиальная борьба в данных соревнованиях. Специальная площадка с двумя полосами препятствий, оборудованная 7 лет назад на высоком берегу, продолжает служить местом подготовки личного состава Анапского отдела МВД и проведения соревнований даже всероссийского масштаба. После торжественного построения и открытия соревнований начался дождь, который перешел в ливень и сделал некоторые препятствия еще более труднодоступными. Скользкие бревна и поверхности предполагаемого забора, подвалы залиты водой. А после преодоления всех этих препятствий нужно метко выстрелить в мишень, регулируя дыхание. На старте сотрудники ОМОН Краснодар, Сочи, ДПС Анапы, Белореченска и других районов края. Исключений нет ни для кого. Баллы присуждаются за частоту прохождения препятствий и меткость выстрелов. Чемпионат продлится 2 дня. Кто самый сильный, ловкий, быстрый и меткий, узнаем завтра.